На реках сняли запрет, и сегодня я одену ласты, возьму в руки кастинговый комплект и пойду на свидание со щуками. У меня сегодня два кастинговых комплекта. Первый — это удилище Surfmaster Black Bass с тестом 5,5-17,5 граммов, длина 1,98 м, катушка Дайва Фуэго и приманка. Это вот такой вот пескарик. А если быть точным, то это Keytec Sync Impact Fat в размере 2 дюйма. Второй комплект — это удилище Дайва Pro Rex с тестом 40-120, катушка BFT Instinct, леска здесь идет, значит, 0,35, взял попробовать Spider Wire, поводок из 0,9 флюорокарбона, приманка Pixhead Junior, и это удилище сегодня будет бороться за право снять с нее вот эту вот пленочку. Ребят, кто-то попал. Какой-то рыб клюнул уже. И это у нас окунек. Клюнул вон из-под того куста. На самом деле ловля с плота очень замечательна, в первую очередь тем, что вы можете, не используя руки, задавать курс своего движения с помощью просто ног. То есть надо вам задержаться на одном месте, прокидать что-то конкретно, какой-то локальный участок, локальную точку на реке. Вы немного подрабатываете ластами и зависаете на одном месте. Эх, коряшку поймал. А клюнуло как рыба. Сейчас надо будет пройти небольшой перекатик. Аккуратненько. Вот такая вот струя идет. И вон там с левой стороны ямка. И вот ее надо будет нам облавить сейчас. Ну какой акушарик, как четко он клюнул. Обалдеть, слопал полностью. Прям на глушняк. На длинной-длинной паузе взяла вот такая вот тетенька, красавица маленькая. Прям длинная пауза была на тяге. Есть она тут. Ловить надо просто аккуратненько.
В общем, рыбалочка пока что складывается ни шатка, ни валка. Поймал я всего-навсего парочку окуньков. Поклевок серьезных не было. Всплесков рыбы серьезных я тоже пока что не видел. Сейчас вот приплыл на такой вот островок, где обычно я останавливаюсь, пью чай. Ну и вот здесь вот мы сейчас еще все обловим. Ого, есть. Кушок. Красивый. Красиво ходит. Как берет. За глот. Хорошо берет, как. Прям давно я не помню приманочки, которую бы так окунь заглатывал. Прям. Самый не балуйся. Так. Тихо, тихо. Оп. Давай, веди. Нормальный окунек. Четкая поклевка, чтобы была щучья. Сейчас был четкий щучий удар. О, есть. Доела. А это окунь. Окушок. Опять. Опять окушок. Thank you.
Вот она. Эх, вы это видели. Вот она. Вот это она пропрыгала. Мелкая тетя Мотя. Ёлки, тут поклёвка была. Подошло к завершению мое сегодняшнее путешествие. Рыбалка сегодняшняя получилась ни шатка, ни валка. Рыбка была мелкая. К сожалению, пленку с рукоятки я так и не снял. Вот, потому что не было поймано ни одной достойной щуки на этот комплект. Но ничего, у нас еще впереди все лето и много всего интересного и классного. С вами по-прежнему был Владимир Зуев. Всем крепкого здоровья, ни хвоста, ни чешуи. И встретимся с вами в следующих видео.